Всем здравствуйте! Да, сегодня я решил так немножко снять интересный видос. А снимаю по причине того, что у меня для вас есть офигенная новость. Ну, конечно, не для вас, а для меня. Я в последние дни, вот реально вот буквально с неделю, приобрел себе очень интересную вещь, такую как MacBook Air 2011 года, да, он бэушный, сейчас вы скажете, нахрена тебе ББУ, тем более 2011 год, мог бы себе накопить, насобирать бабок и купить, блядь, к примеру, на M1 уже, хотя бы, блядь, 2020 года. Но вот так вот сложились обстоятельства, и у меня просто по реальной случайности просто достался MacBook Air 2011 года. Ценник, что меня удивил, да, вот на то время, когда я его покупал, получается, меня реально удивил ценник данного оборудования. То бишь, когда я покупал его с рук, человек выставил на продажу MacBook, получается, на Авито в Надыме, за 10, мать его, тысяч. Сказали, типа, пару клавиш, они работают, рыпыры. Я такой, чё? Ну, я пришел, посмотрел, все клавиши, в принципе, работают, все хорошо. И у меня было вот реально удивление, что MacBook стоил именно, продавец продавал за 10 косарей. Короче, давай сейчас вам покажу его и поехали к разбору. Вот она, данная цацка. Да, вот он. Все на нем отлично, все кнопки работают, все хорошо. Чтобы вы поверили, в данный момент я сейчас создаю образ. Образ операционной системы Mac. Да. Ладно. Вот он, получается, сам Mac. Это реальный Mac. Это 2011 года. Суть того, почему меня заинтересовала именно эта модель, потому что вот я пришел, начал все проверять, все замечательно. Заходим в системные настройки, получается, отчет о системе. Нажимаем и видим, что у нас MacBook Air 4.2, то бишь на Intel Core i5, 1,7 ГГц, это очень, блин, замечательно. Да, он реально работает, все отлично. Что получается в нем? 4 ГБ оперативной памяти. Азу жесткий диск, получается, на 128 ГБ. А, и самое удивительное, что меня удивило, количество циклов перезарядки, когда я покупал его, там было их 70. Короче, циклов перезарядки 88. Меня это реально удивило, и все-таки нашел в тот вечер я эти деньги, 10 тысяч, и я его себе забрал. Вот за неделю использования, да, я только заметил одну вещь, это батарейка. Вот, она, батарейка на нем слабенькая, вот серьезно, вообще никакая, ну, культурно. Ее надо просто культурно под замену. Я уже нашел на сайте, где можно заказать. Я, в принципе, чуть позже закажу. Как она придет, я ее поменяю. Уже, как говорится, на... Да, и я сейчас буду... Здесь стоит, получается... Как вам правильно сказать? MacOS High Sierra. То бишь... 10.13.6. Но я уже приготовил себе флешечку. С MacOS Mojave, да, 10.14.6. Поэтому готовимся к улучшению, как говорится, операционной системы. Будем ее устанавливать. Можно есть специальный патч, чтобы данный ноутбук просто тянул 10.14.6. Потому что 11-ю версию мы уже не поднимем на нем, я не подниму, потому что слишком слаб для него, он не вытянет. А вот Mojave он еще подтянет. Жесткий диск также хочу поменять, но здесь получается на 120 гигабайт SSD-шник. Точнее, именно в виде платки. Вот, а я хочу сделать больше, хотя бы, не знаю, хотя бы на 256 или же
на 512. Но в данном случае ценник, конечно, очень хорошо варьируется и не очень, как бы сказать, камильфо. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем до свидания и всем хорошего настроения. Покупайте себе макбуки. И похуй, что они, блядь, старые. Зато они того стоят. Все, всем пока, всем удачи.